Всем привет, с вами Растишка, и сегодня я вам покажу, как собрать кубик Рубика. Это будет очень просто. Ну что ж, погнали. Ну что ж, давайте для начала, наверное, его разберем. Так, мы ищем белый центр. Сейчас сразу покажу. Центры — это вот эти штучки, которые в центре. Логично. Вот в данном случае белый центр. Мы его нашли. Вот. Теперь нам нужно собрать вот здесь вот такой вот хрест. Также хочется сказать, что на вот эти штучки мы пока что не обращаем внимания. На вот эти кубики. Мы на них не обращаем внимания. Мы собираем только хрест. Ну тут, я думаю, у вас вопросов не будет. Просто смотрите, мы смотрим двухцветная штука. Двухцветный кубик, тут трехцветный. Нам, чтобы собрать хрест, надо двухцветные кубики белые. Смотрим, это трехцветный, вот двухцветные два штуки. Мы его просто наверх поднимаем. Таким образом, чтобы оно... Что-то я не так сделал. Вот. И второй. Все, вот мы собрали хрест, на эти мы не обращаем внимания. Теперь надо сделать так, чтобы хрест совпал с последующими кубиками. То есть вот так вот. И нам надо желательно, чтобы хотя бы два совпало. Мы просто крутим так хрест. Смотрим, вот одно совпало. Крутим дальше. Вот, две совпало, все. Отлично. А теперь нам получается те, что не совпали, вот эти два, надо просто поменять местами. Ну и тут тоже, думаю, у вас вопросов не возникнет никаких. Все, мы поменяли местами, совпали, следующий. Теперь надо полностью собрать белую сторону правильно. Тут, я думаю, тоже вопросов не возникнет, но может быть она все. Ну, давайте пока соберем просто красный, зеленый. Смотрим, зеленый и красный, на чем должен вот сюда стать, да? Значит, мы его отводим, эту грань опускаем, возвращаем. И так далее. И вот отлично, бывает такая ситуация, когда кубик оказывается либо вот здесь, возле стороны, либо же на дне. И как мы делаем? Если на дне, то мы крутим вот эту сторону, подводим кубик, то есть он тут должен стоять. Подводим его сюда и делаем следующую операцию. Вниз. Вот как видите, он сейчас оказался, то есть если мы сделаем вот так, он будет сейчас на дне. Мы делаем вниз, вот он. И просто его забираем отсюда. Все, эту надо отставим, ставим его обратно. Либо же, как только что у нас было, вот так вот, то же самое, мы берем его, опускаем, крутим и поднимаем. И вот он уже у нас вышел, мы его ставим, все. Дальше нам надо собрать полностью второй слой. Мы его переворачиваем, кубик, собираем второй слой. Как это сделать? На кубики, мы смотрим, опять же, на кубики, которые находятся двухцветные, потому что тут два цвета. То есть на вот эти четыре кубика мы смотрим, и мы не смотрим на кубики. Если вот, например, у меня желтый центр, мы не смотрим на кубики с желтым цветом. То есть вот в данном случае вот эти два, три. Вот мы на этот смотрим, потому что тут нету желтого. Теперь смотрите, нам надо подвести этот кубик так, чтобы он совпал с последующим центром. То есть под синий крутим. Все, вот он совпал. И теперь, смотрите, у нас на кубике оранжевый и синий. Ищем оранжевый центр, вот он. То есть он должен встать у нас вот сюда. Мы берем вот так кубик под 45 градусов. Теперь нам нужно вот этот кубик, который мы будем ставить, нам надо его спрятать. Так, мы его прячем. А что, если бы мы сделали так, то мы бы его видели. Мы его прячем. Все, мы не видим его. Поднимаем параллельную сторону. Возвращаем. Опускаем. Теперь мы смотрим на белый цвет. Белый цвет мы прячем от нас, потому что если мы сделали вот так вот, то блин, мы его увидели, так что мы его отворачиваем, поднимаем другую грань и возвращаем, и опускаем. Все, вот он встал. Смотрим дальше. Давайте еще покажу. Красный-синий, допустим, вот. Берем под 45 градусов, вот красный-синий, нам надо его сюда поставить. Прячем, поднимаем, возвращаем, опускаем. Белый цвет теперь прячем, поднимаем, возвращаем, опускаем. Теперь бывает такая ситуация, когда кубик с
стоит уже на своем месте, вот как вот здесь вот, так он неправильно перевернут, то есть должен наоборот стоять. Как действовать в этой ситуации? Мы берем вот эту грань, поднимаем. То есть грань, на которой стоит кубик, неважно, с любой стороны. Давайте сделаем с левой. Теперь мы смотрим на белый цвет. Мы должны сделать, повернуть его так, чтобы мы его видели. И опускаем грань. Теперь зеленый цвет делаем так, чтобы мы его видели. Если мы так сделаем, мы его не видим. Поднимаем другую грань, возвращаем. Все. Вот он вышел, вот он. Теперь мы его обычно ставим. Прячем, поднимаем, возвращаем, опускаем белый цвет. Прячем, поднимаем, опускаем, возвращаем. Все. Мы собрали две по две. Дальше надо собрать верхний хрест, желтый. И опять же, таки мы на вот эти кубики не обращаем внимания пока что. Как нам это сделать? Вот здесь уже могут возникнуть вопросы. Итак, у собрания желтого хреста верхнего есть два этапа. Это точечка, как сейчас. Потом вот такая вот палочка. Галочка, потом палочка, а потом уже хрест. Итак, у нас как раз первое это попалось. Значит, мне как раз это и надо, чтобы вам показать. Берем с любой стороны кубик, неважно. И, ну, например, зеленую я возьму. И теперь она крутануть фронтальную сторону один раз вот так по часовой стрелке. Значит, мы берем и вот так крутим. Все, теперь берем, делаем следующую операцию. Вот этот блок мы делаем вверх, влево, вниз, вправо. И возвращаем на место фронтальную сторону. Все, теперь смотрим наверх. На эти мы опять же таки не обращаем внимания. У нас получилась вот галочка, как видите, из желтых. Нам надо сделать так, чтобы она смотрела вот так вот, то есть в ту сторону летела, в нижний правый угол. Мы берем, ну, мы ничего не крутим, можно и крутить, конечно, а можно просто взять кубик, в данном случае вот так вот. То есть вот у нас галочка, она летит в ту сторону, на эти мы не обращаем внимания, как я уже говорил. Так, мы берем вот так ее, крутим опять в фронтальную сторону. И делаем следующую операцию. Вверх, влево, вниз, вправо. Возвращаем фронтальную сторону. Смотрим, что у нас получилось. У нас получилась палка. Теперь нам надо взять ее с любой стороны, но только так, чтобы она была параллельна к нашим глазам. Вот наши глаза. Да. И вот нам надо ее взять так, чтобы она была параллельна. Опять же, давайте зеленую возьмем. Опять крутим фронтальную сторону один раз по часовой стрелке. Опять вверх, влево, вниз, вправо. Возвращаем фронтальную. Все, пожалуйста, хрест собран. На эти мы не обращаем пока что внимания. Теперь нам надо сделать так, чтобы хрест совпал вот так вот. Если с белой стороны нам надо было, чтобы по две совпало, то теперь нам надо, чтобы только одна совпала. Вот я уже вижу, зеленый совпал. Проверяем. Ой, как раз то, что мне надо показать вам. Бывают такие ситуации, когда совпало две, но параллельных. И как ты их не крути, будут совпадать параллели. Как действовать в такой ситуации? Мы берем с любой параллели, которая совпала. То есть вот, я возьму эту. И делаем одинаковую операцию. Вверх, влево, вниз, влево, вверх, влево, влево, вниз. И у нас совпало две. Нам это не надо, мы крутим дальше, нам надо, чтобы одно совпало. Вот совпало одна. Все, больше нигде не совпало. Теперь показываю медленно еще раз. Та же самая операция. Вверх, влево, вниз, влево, вверх. И два раза вправо, вниз. Если не собирается, повторите еще раз эту операцию. Максимум два раза, и оно собирается. Бывают такие ситуации. Все, вот у нас совпало. Теперь нам надо поставить вот сюда правильные кубики. Для этого нам надо хотя бы один кубик поставить правильно. Как мы определяем, что кубик стоит правильно? Например, вот желтый, зеленый, красный. То есть тут должен быть желтый, зеленый, красный. Он может быть как вот так вот. То есть тут красный, тут зеленый, тут желтый. Так и может быть. Так, это стереть. Также может быть красный, например, вот на месте стоять, допустим. И, например, зеленый вот там вверху. То есть он может быть вроде бы как бы и правильно, а вроде бы как и неправильно стоять. В общем, нам надо его поставить правильно. Смотрим, у нас зеленый, красный и желтый.
нету, у нас тут не совпадает цвета, тут тоже не совпадает, тут тоже не совпадает, и тут не совпадает. То есть мы теперь берем с любой стороны и делаем другую операцию. Смотрите, правую грань вверх, шапку направо, левую грань вверх, шапку на место, вниз, возвращаем, опускаем, возвращаем. Вот, как видите, один кубик у нас правильно стал. Нам это и надо было. Может быть, я же говорю еще, если, например, местами поменято, это тоже считается правильно. То есть нам надо сделать так, чтобы кубик стоял на своем месте. Он может быть неправильно повернут, но все равно он будет на своем месте. Сейчас он правильно стал и правильно повернут. Мы берем его в левую руку. Ваша следующая операция, вот этот кубик, который здесь вот находится, вот этот кубик, если он остается в левой руке у нас, он всегда будет на своем месте. Он не меняется. Мы берем его вот так в левую руку и делаем следующую операцию. Вверх. Вправо, вверх, влево, вниз, вправо, вниз, влево. Ту же самую операцию делаем. И вот как смотрим, вот что я и говорил, когда кубик стоит на своем месте, но неправильно повернут. То есть желтый, синий, оранжевый. Желтый, синий, оранжевый. Он неправильно повернут просто. И вот нам надо добиться, чтобы кубики все стали просто на свое место, ну, могут неправильно повернуты быть. Вот, все, у нас все кубики на своем месте, все, мы больше не крутим. Теперь смотрите, мы берем его вот так вверх, переворачиваем, и мы будем работать с кубиком, который находится в правом верхнем углу. Мы берем самый крайний от того, который совпал, вот он. И делаем с ним следующую операцию. Влево, вниз, вправо, вверх. Повторяем, влево, вниз, вправо, вверх. Кубик встал на свое место. Все. Теперь мы, смотрите, прежде чем мы возьмем, будем работать с этим кубиком, нам надо сделать так, чтобы он вот здесь вот оказался. То есть нам нужно его как-то повернуть. Мы берем, крутим вот так вот переднюю сторону по часовой стрелке, и у нас кубик тут. Делаем опять влево, вниз, вправо, вверх. Не стал, еще раз. Влево, вниз, вправо, вверх. Стал. Дальше. Опять крутим фронтально. И опять влево, вниз, вправо, вверх. Влево, вниз, вправо, вверх. Все, кубик собран. Осталось закрутить шапку. Вот и все. Ну что, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Растишка. Всем пока.